Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня коллекционер на русском сервере открылся неожиданно, нежданно, вот так вот, как-то так случайно зашел, посмотрел. Траты нету, это печально. Сейчас посмотрим, что тут еще. Сфера дракона, рулетка удачи. Да. Также подарки тут открыты. Сейчас посмотрим, что тут за подарки такие. Ладно, промолчу. Короче, вот такой вот коллекционер. Ну, ЦУ за морозницу. В принципе, очень даже неплохо, я вам скажу. Палач. За Трифида. Восьмая эмблемка. Тоже неплохо. 15 слизней. Порочный пакт. Вот такой вот раскладик у нас. Могли бы дать намного больше осколков, но это же русский сервер. Это просто смешно. Вот смотрю, за 15-20 ледяного феникса, 20 осколков ледяного феникса. Ну, конечно, пакт. Да, вот это ради этого, возможно, еще есть интерес, потому что рвение вот такое себе. Я бы не сказал, что это самый там топовый талант, ради которого надо слить. Так, окей. Поехали, попробуем рольнуть. Давайте по 150. Да, по 150 все печально. Тесса. Ну, первый. Интересно, у нас будет на русском сервере по 1500 Бугимен, нифига себе. Вот это да. Паладин. Одер. Ну, честно сказать, вроде неплохо. Тыковка. Не знаю, сколько там самого было, мы уже слили. Но, как видите, шанс как на слизней, так и на выпадение имбы не особо большой. Напишите потом в комментах, гляните, сколько там мы потратили. Но, честно скажу, такое себе. Я не особо рад роллингом здесь. Ну, хоть слизни начали давать. Но опять же, посмотрите, о, Рину. ПБшка, ну, может, я уже зажрался после роллинга на сардельке. Лазуля, ну, это радует. Это интересно было, но Трифида так и нет. Так, поехали, еще один слизень надо. Ну, не знаю, что можно сказать, что имбовый роллинг, в принципе, с одной стороны, да, потому что вы... Стрелок! Ну это все, ребят, это имбовый роллинг был на коллекционера. Такс. Собрать. Собрать. Трифида, к сожалению, мы не вытащили. Такс. Сколько там потратили, я фиг его знает, не могу, нету. Было бы неплохо, кстати, чтобы вернули обратно, я не знаю, зачем они убрали. Было классно с той статистикой, которая была у нас. Так, ну давайте еще попробуем немножко рыгнуть. Может быть... Блять, нахуй, вот это, ребята, вот это оно. Вот это называется имбо-роллинг. Собрали мы полностью всего коллекционера, с чем можете меня поздравить. Все. Вот так вот, все быстро было и четко. Что я могу вам сказать? Топ есть топ. Пишите комменты, ну, конечно же, лайки ставьте. Ну, мы забрали все полностью награды, не знаю там, сколько у нас на это ушло. Ну, в принципе, ушло не особо-то много. Так. Вот тут рулетка, подарки тут.
Блин, ну хотелось бы трату еще, а так получается траты нету. Подождите, а сколько там? Че не поставить 10? Взяли, блядь, одну руку влепили. Это ужасно просто. Просто ужасно. Так, давайте плюшки пооткрываем, посмотрим, что там у нас есть. Такс. Ну, видите, в принципе достали. Вот это радует, что все-таки выпало, но... Так, третья карта. Давайте так откроем. Так, ну что думаете, что сейчас нам выпадет? Исцеление. Ну, ложный выпад, такое себе. Такое себе, я бы сказал, что даже вообще ни о чем. Так. Кстати, надо будет питомцев пооткрывать. Ну, панчбокс упал, в принципе, для без доната тоже неплохо. Так. Мне, кстати, интересно карты пооткрывать. Посмотреть, упадет ли нам точно так же, как на сардельке, череп. Так, ара. Еще раз ара. Укрот. Ну, такое. Смотрите, сколько ар падает. Геть. Да, череп падает и, в принципе, падает. Довольно-таки... Судя по тому, сколько мы открыли, часто. Сейчас посмотрим еще раз. Ну, больше, чем ара, наверное, вряд ли была Дракула. Тут ара, наверное, просто... Тут просто две карты забиндены. Так, Валентина. Одержимый. Ну, это, конечно, круто. Так. Дрейк. Дед. Гаргул. Офигеть. Мне не все не падали на сардельке. Еще один череп. Да, как видите, где-то с 10 карт падает один череп. Но это хорошо. Это хорошо, то, что они увеличили шансы. Однозначно. Так. Мне бы туда столько плюх. На бедную сардельку. Этих пятый. Ну, толку от него. Такс. Мешки. Короче, такое вот. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Ну, это, конечно, веселуха. Давайте зайдем еще на английский, посмотрим, что у нас сегодня на Англии. Может, что-то поменялось. Так, бинго, фортунка. Ну, радует, вот, знаете, что здесь радует? То, что здесь не забывают об этой акции и дают ее еженедельно, то есть без донат, имеет возможность получить хоть какие-то топовые плюшки, чего не скажешь о русском сервере, где ее включают через раз. Я не знаю, каким там макаром ее включают, но у нас, блин, архидемон намного быстрее убивается, появляется, и в итоге, блин, у нас меньше всего. Как-то вот так вот. Не знаю, с чем это связано. Так, что тут у нас на рынках? Ну, лазуля за пак. В принципе, неплохо. Такие паки обычные. Так, можно рунки получить. За десятку вольт буги. Некроз, блин, офигеть. 50 баксов, блин, и у тебя куча... Топовый герой с прокачками. Так. Финик. Надо, кстати, финика до 35-го докачать. Так, трата у нас. Ну, тут трата, конечно, никакая. Но, опять же, она здесь хотя бы есть вместе с другими акциями. Так, нету сегодня этого.
Орга тут, скорее всего, не меняли. В общем, ребят, пишите комменты, что вы думаете. Не знаю. Это было эпически. Все. До вечера. Всем удачи. Всем пока.